Привет, это Синкл, продолжаем мы выживать в Project Zomboid, и это история Джека Миллера. В прошлой серии мы вместе с вами опять дрались. Ну, типа, вроде бы дерусь, а их конкретно в этих местах меньше-то и не становится. У меня складывается такое ощущение. Так, я же... Стой. Принимай бетки, не выпендривайся. И продолжаем мы... Крошить их. Ого. Прикольно, да? Вроде бы убил переднего, ударил заднего. Причем с анимацией как будто бы он стоял, а не лежал на земле. Классно. Люблю такое, да. Люблю терять персонажей по такому моменту. Так, этих я трогать не буду, вот пошли... Ой, бля. Так, там у копа была дубинка, бля, вряд ли я ее, конечно, заберу. Точнее, даже могу и не вспомнить буквально через минуту, потому что там была дубинка. Еще плюс попробую его найти в той толпе. Понятно, молоток, настало твое время. Так, тем временем, какой у меня там уровень? 8-е короткое дробящее, неплохо. Классно, мне нравится, я вполне себе доволен. Коповскую дубинку, может, поищем? Да, попробуй здесь найди. Вот она. Вот она. Отлично. Так, там труба, что ли? О! А трубу-то я тоже возьму. Труба-то тоже короткая, дробящая. Вот, вижу ее, вот она лежит. Такс. Пойди да найди. Вот она. Найс. Идем дальше. Идем, двигаемся, продвигаемся. Будь здоров. Так, ну я предлагаю вот этих додиков еще оттуда убрать, потому что, ну, как-то уж слишком их много там. Было бы не очень хорошо, если бы они на дорогу вышли. Так, давайте, ребятушки, за мной. Давайте, не стесняемся. В эту сторону выбегайте, а я пока табуретку навещу. Ее, кстати, неплохо было бы и переставить уже, чтобы прям мега далеко не бегать. Хотя, опять же, буду отдыхать, никто не потревожит, тоже неплохо. Есть. Давай, у тебя есть время перекурить, разрешаю. Просто посмотрите на улицу. Что здесь произошло? Там у чела еще кувалда была на спине? А, гитара, ё-моё. Засручка от кувалды там. Ага.
Так, ну что, давай вот этих добивать. Там еще пачка идет, хорош. Я уже, по идее, могу селиться прямо здесь. Улицы здесь зачищены. Все здесь прекрасно. Ну, по идее, да? Вот по идее, буквально в этом доме сесть и сидеть, и вообще будет нормально все. Но нет. У нас более великая цель. Хорош. Хорош, чел. Так. Кустовой зомби в берцах. И там еще где-то, да, рычит? Сзади, да-да-да. Маленький, иди сюда. А, еще один. Ну, идите ко мне. Мои же вы хорошие, блядь. Прошу прощения за мат. Хотя нет, не прошу. Слушайте, удобно, да? Не буду рисковать. Так, я максимально грамотно не учился от этих заборов играть. Вечно происходит какая-то дичь. Поэтому, пожалуй, не буду рисковать. Здравствуй, машиночка. Здравствуй, моя маленькая, родненькая. Скоро я тебя заберу, подожди. Надеюсь, топливо в тебе не закончилось. Так, нужен тактический стул. Есть тут такие? Есть. Еще и тактические ребята возле стены сидят. Ждуны называются. А это прям... Это прям... На расслабоне на чиле, да? Так, а что у меня здесь вообще? О, витамины, ля. То, что нужно. Энергетик. Еды у меня тут, ё-моё. Г-образные ключи для битвы. Неплохо. Неплохо, неплохо. Кстати говоря, не, витамины пока жрать не буду. Пока что оставим. На попозже. А вот прям, чтобы покушать, наверное, нужно. Прям, чтобы взять и покушать. Не понял. Это что за, блядь? Кто это? Кто это такие? Так, давай пей энергетос. Еще сверху. Блин, я же так близко был к машине, ё-моё. Ну, хоть сумочки похавать успел взять. И оружие набрал. Так, минус дубинка.
Вот, кстати, не зря взял, получается, да? Получается, о, две, у меня две дубинки поломанные лежит. Так, Г-образный ключик на ремень слева, а второй Г-образный ключик в основную руку. Убираю из избранной ее сразу же. Он, кстати, мега быстрый, этот ключ. Он наносит мало дамага, но он максимально быстрый. Типа он очень много, очень быстро бьет. Думаю, что если всех этих зомбей на нитки разорвать, да, мне кажется, что можно будет очень легко и просто вкачать шитьё, даже не, ну, просто читая книги. Вот у меня такое ощущение сейчас складывается, потому что, ну, здесь их очень прям много. Вот-вот-вот, про это я и говорил, что как меня они бесят с этим ударом из-под забора. Еще мырики одиночные. Ну куда ты идешь? Кстати, я не обратил внимания, машина заглохла или у нее закончилось топливо. Надо сейчас будет чекнуть через капот. Лишний раз не садиться в нее. Че у тебя на спине? Длинная труба? Думали, я не заметил? Я просто промолчал. Так, это вместо чего? Вместо свинцовой трубы? Давай свинцовую трубу в доп. Руку пока что. Ну что, момент истины. Почти. Ну, надеюсь, что момент истины. Если нет, то как бы... Так. Топливо есть. Ребят, топливо есть. Попробуем, рискнем. Сумку не забрал. Ну, за сумкой можно избегать. Метка на карте все равно осталась. Так, бля, сейчас самое главное не разбиться здесь. Потому что здесь это просто жесть. Это трэш. То, что здесь на дороге. Ой, блядь, машину заносит. Я вам честно скажу, я уже и не припомню, когда мне настолько страшно было в зомбоиде. Я прям и не вспомню. Ну, вот прям это было мега давно. Да неужели?
Да ладно, ребят, у меня получилось. У меня получилось. Я не верю. Какой я счастливый сейчас. Топливо закончилось? Нет, господи. Я уже думал, сейчас чуть-чуть не хватило, чтобы доехать. Ну, в общем-то, мы на месте. В общем-то, мы на месте, ребят. Бля. Вы даже не представляете, какая это победа для меня. Вот, а теперь просто представьте, какую крутую базу можно сделать на этом полуострове. Просто представьте на секундочку. Центр рядом, лутация, я типа, ну вы сами видели, что я могу, умею, практикую очень хорошо. Это была просто невероятнейшая поездка. Просто я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Давай выкладывать все на свете. Давайте просто немножко вздохнем. Я могу умыться. Чистая водичка. Во-первых, это место, где я могу заниматься рыбалкой. Это раз. Во-вторых, собирательство. Ну, тут нет фокуса, потому что... Вот, а тут, видите, луг. Тут луг. Кусочек луга. Тут дальше будет глубокий лес. Звероловство, если захочется, тоже можно будет этим заниматься. Бля, ребят. У меня получилось. Всем большое спасибо, кто верил в меня. Ох, это что-то невероятное, если честно. Так, подожди. Давай, знаешь, как сделаем? Давай, это в доп. Руку. Вот эти вот мешки, мусорные пакеты. Вот так, отдельно пускай лежат. Так, поставить вот здесь, пускай лежат. Так, время 22:50, а вы ж в курсе, я ж могу еще и теперь спать вот здесь. А, подожди, куда ты там это все набрал, интересно. Надеюсь, никуда. А, походу, у меня вот здесь на сиденье предметы. На сиденье предметы. А где я мог... А где я мог вообще зайти? На сиденье предметы, подожди. Давай-ка ты вот сюда вот это возьмешь. И это еще... Подожди. А как мне теперь вовнутрь-то залезть, ё-моё? Так, забираю, во-первых, вот эту тему. Выкладываю. Так, давай, наверное, освободим в этой машине заднюю сидушку. Там я и буду ночевать. Так, выкладывай. Выкладывай все сюда. Мусорные пакеты снова. 21 штука. Давай-ка их сюда. Это перекладываю вот сюда. Так, ну и что? Наконец-то более-менее нормально поспим. Спокойной ночи. На природе. Представьте, как круто. Ля. У меня же там еще и палаточка есть. Хотя я сюда лучше притараканю в будущем. В будущем притараканю этот. Скажите мне, я вам скажу. Ну, этот, кровать, мебель. Ну, я по-любому же базу буду, дом строить себе. Так, большая походная сумка. Давай-ка ее сюда. Что там у нас внутри? Ее, наверное, пока распаковывать даже и не буду. Пускай она вот тут вот лежит. А мы чуть что здесь посмотрим. Тут у нас и покушать есть, и попить. И что у нас только тут здесь? Ну, что у нас тут только и нет. Так, сишку, наверное, хочется покурить, да? Кури, давай, умывайся. Умывайся. А, кстати, у меня перк-алкоголик там есть или нет? Я что-то такого вот не припоминаю. По-моему, курильщик точно был. Жидкая кровь. Не, алкоголика, наверное. Не, нема алкоголика. Ну и хорошо. Депрессивный есть, это да. Так, монтировка, сушеный нут. Хорош. Ё-моё. Сколько можно этих звуков делать? Кто-то идет по моим стопам, или эта игра пытается в мою сторону зомби привлечь. Сесть в машину. Сесть предметное сиденье, предметное сиденье. В смысле? А как я сейчас вовнутрь попаду? Вы шо, бля, вообще невменяемые.
Как я как мне теперь попасть вовнутрь, алё? Я ж как-то предметы положил правильно туда. Ну, правильно. Что это за коробка теперь у меня? У меня тупо все сидушки забиты. А как я... Подождите, я что-то... Это прикол какой-то? Капот, крышка багажника, багажник в ноль, все в ноль. Как расконсервировать эту херню? Это, блядь, шутка какая-то. Возможно, да, возможно, это какая-то шутка, но это, блядь, не смешная шутка, если честно. Я должен туда как-то попасть, любым способом. Ну вы сами видите прекрасно. Это какой-то, блядь, рофл, в смысле? Что за херня, алё, игра? Раздуплись. На сиденье предмета, так а ты не можешь их взять? Переложить в инвентарь себе? Как это делалось раньше? Что за херня, что за дичь? Я возмущен. Максимально. Вы даже не представляете, насколько. Блять, а как мне туда тогда попасть? Окей. Помыть машину. Отличная идея. Поможет ли это мне? Нет. Вряд ли. Телевизор, радио. Подождите-ка. Переднее левое окно, переднее правое окно. Давай это все демонтируем, наверное. О, ну хоть так вот сняли. Ну теперь давай смотреть. Я не могу туда попасть. И предмет это... Короче, есть у кого-то какие-то идеи, как вообще такое могло произойти и как вообще так вышло? Что я должен сделать, чтобы я попал в этот домик? Ладно, это все, конечно, круто все. Давай-ка посмотрим, осталось ли у меня... Еды у меня тут, конечно, до хрена. Этого не отнять. А я ищу палатку. Но палатка вряд ли здесь будет. Может быть тут в рюкзаке? Нет, тут только фляга. А у меня сейчас фляга свистит, походу. Так, топор. Топорыч. Во-первых, давай скинь кувалду. Теперь нам надо взять топор. Я буду начинать заниматься вырубкой. Вырубкой всего прекрасного места для того, чтобы начать готовиться под базу. Так, нифига. Так, это было одиночное дерево. Это вот такие высокие, да, здесь? Ок. Будем иметь в виду. Есть. Есть. Надо, короче, максимально сейчас устать, чтобы пришли зомби и меня съели. Вот это будет прикол. Хотя лучше так шутить не буду, наверное. Так, это минус топор был уже? В смысле, так быстро, алё? Ты чё, дядя? Тебе должно было на дольше хватить, тем более, что, ё-моё, прочность 6. Как ты мог? Как ты мог? Давай-ка сядем в машинке, отдохнем. Может поспать? Давай поспим чуть-чуть. Так, минус топор. Благо, что у меня есть еще один.
Так, выбрось. Пока что здесь. И давай-ка вот этот вот в обе руки. Время 22:50. Сейчас еще немножко вырубкой позанимаюсь. Так. И давай, наверное, вот эту линию сейчас снесем. Бет, ну это, конечно, ну, типа, и смешно, и грустно одновременно, что вот так вот с прицепом появилось. Но нахера? Вы просто осознаете, ради чего я рисковал? Я рисковал ради того, чтобы что? Чтобы просто привести сюда прицеп и ничего оттуда не мог достать? Просто прикиньте, вот ситуация какая у нас сложилась замечательная. Да, конечно, да. Топоры крутые. 10 из 10. Примерно. Что-то это в этом районе. Так, дропай. И пошли ложиться спать. На заднее сиденье. Спокойной ночи. Фу, что за дичь, а? Я ж туда, по идее, даже при помощи чит-меню не смогу попасть. Правильно. Ну, по идее, да. По идее, не смогу. По идее, не смогу. Даже просто если телепортироваться в машину, должен хоть куда-то там телепортироваться. Но у меня же этого не... У меня этого не выйдет. Предметы на сиденье, блядь. А как... Подожди, а как... Как так получилось? Подождите. Я не могу просто... У меня не может в голове уложиться тот факт, как я находился в машине и загрузил ее полностью. Ну, типа, я что, подпрыгнул в этот момент, когда выложил что-то туда? Или что? Как это, блядь, работает? Блядь, прикол какой-то. Это какая-то шутка. Это просто какая-то шутка. Причем не смешная шутка, как вы можете понять. Двигатель в ноль. А какой там может быть двигатель? Подождите. В смысле? Подожди, телевизор, демонтаж. Может, там место где-то освободится, не знаю. Я туда смогу зайти? К этому телевизору? А, телевизор имеет такую иконку. Прикольно. А ну-ка, подожди-ка. Нет, не могу. Все еще. А где опция подобрать предметы вот с сидения? Нет, отсутствует. Может быть, как-то... Как-то я хз. Может быть, как-то в окошко где-то протиснуться смогу. Я же где-то заходил вот сзади, по-моему, нет? Или я где-то здесь, ну... Возможно. Возможно и нет. Хрен его знает. Короче, я реально не знаю. И буду думать. Буду думать, что с этим делать. Всем большое спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.